Привет, меня зовут Кирилл Рыбасов, я президент компании Multifinance. Сейчас я нахожусь в Бангкоке, в Таиланде и записываю очередное видео из серии уроков «21 убойная идея, как же увеличить продажи в автостраховании». И сегодня я хочу поговорить по такой источник привлечения клиентов, как реклама в социальной сети ВКонтакте. Ну, возможности рекламироваться в социальной сети множество, можно делать покупать посты в различных группах, но здесь есть особенности в том, что очень много накруток в этих группах, очень много фейковых аккаунтов и так далее, и поэтому ты только пробуем и ошибками можешь понять, работает эта группа или нет. Ну или, соответственно, если у тебя есть друзья и знакомые, которые уже рекламировались, и они могут тебе порекомендовать определенную группу. Но опять же, не факт, что именно твоя ниша там выстрелит. Но самое интересное, самое работающее на сегодняшний момент, по крайней мере в страховании, источник привлечения клиентов – это баннерная реклама в социальной сети ВКонтакте. То есть та реклама, которую ты видишь слева и внизу, можно так сказать, нижней части экрана каждый раз, когда ты пользуешься социальной сети ВКонтакте. И ты можешь попасть, и твоя реклама может туда попасть. Как? Две основные стратегии, как это работает. Первое, это работает за каждый клик, то есть клиент кликает, и ты за это платишь. Либо работает за показы. Какую правильно стратегию сделать, как это реализовать? Мы это все прорабатываем в нашем большом тренинге «Страховой брокер на миллион». Ну а если ты хочешь прокачаться в этом направлении самостоятельно, ну, соответственно, читай и смотри различные обучающие уроки, которые есть по этой теме в YouTube. Основная фишка в том, что ты можешь привлекать клиентов в социальной сети ВКонтакте, которые, например, не пользуются для выбора страховки, например, Яндексом и Гуглом. То есть там ты можешь получить немножечко другую аудиторию. Почему? Потому что, может быть, это небольшие города, в которые люди привыкли, то есть знают точно, где находятся страховые компании, и они для того, чтобы выбрать себе страховку, они просто приезжают в офис. Ну, так же, как и по одноклассникам, примерно та же стратегия. Facebook – это, скорее всего, социальная сеть, которая работает в больших городах, но об этом поговорим следующим уроком. Но смысл такой, что ВКонтакте ты можешь найти ту целевую аудиторию, которую ты не сможешь найти в Яндексе Директе и в Google AdWords. А также еще один прекрасный инструмент, который работает ВКонтакте – это ремаркетинг. То есть он ретаргетинг, ремаркетинг и так далее. Смысл его какой? Человек заходит на твой сайт, пусть по рекламе, там, например, в Яндекс.Директ его привел. Он пришел на твой сайт, посмотрел и, соответственно, вышел. Ну, я не знаю, что-то его отвлекло. Либо он еще пошел другие предложения смотреть. Но ты его можешь догнать с помощью ремаркетинга ВКонтакте. То есть именно этому человеку, когда он вернется, например, когда он зайдет на свою личную страницу ВКонтакте, именно этому человеку будет показываться определенный баннер. Причем этот баннер будет сформулирован тобой, тебе надо его сформулировать таким образом, чтобы был точный посыл, чтобы, во-первых, было видно твой логотип, твой бренд, бомбардировать мозг клиента этим логотипом. И, например, ты сообщал клиенту какую-то такую фразу, о котором он четко понимает, что ты знаешь о том, что он уже заходил, например, на твой сайт и так далее. Например, можно записать такую фразу, баннер: все ищешь полис ОСАГО или все ищешь полис КАСКО, все еще выбираешь полис КАСКО, приходи к нам, заходи, кликай на этот баннер, и мы сделаем для тебя специальное интересное предложение. И так далее. То есть здесь можно креативить, но этот инструмент ремаркетинг использовать сейчас обязательно. Без этого уже никуда. Он также работает по теории семи касаний. Если ты хочешь узнать, что такое теория семи касаний, то ниже этого видео есть мой бесплатный обучающий тренинг, пятидневный, и он бесплатный, живой. Можешь на него зарегистрироваться, приходи, и мы по этому поговорим. Ну, а если тебе понравилось это видео, ставь этому видео лайк. Все комментарии, замечания, предложения и дополнения пиши ниже, в самих комментариях к YouTube. Ну, увидимся в следующих уроках. Кирилл Рыбасов, компания Multifinance. Счастливо!